Столкновение с грузовиком привело к смерти. В субботу днем в Нефтеюганском районе 36-летний водитель за рулем ВАЗа не успел обогнать впереди идущий автомобиль и лоб в лоб столкнулся с американским большегрузом «Фрейтлайнер». Виновник аварии скончался до приезда скорой помощи. Всего за минувшие выходные на дорогах Югры зарегистрировано 8 ДТП, в которых один человек погиб, еще 9 получили травмы. 44 водителя попались госавтоинспекторам в нетрезвом виде. 76 выехали на встречку, еще 189 нарушили правила перевозки детей.